Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на субботу, 6 августа. Я Камила Османова. На российском праздничном календаре день железнодорожных войск. В 1851 году указом Николая I вышло положение о составе управления Петербурга-Московской железной дороги. Была сформирована рота из 4000 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Крупнейшая пятигорская выставка меха Ангелина Сэм в Абакане только с 1 по 7 августа. Новые коллекции 22-23 года. Более 3000 изделий. Цены от производителя — широкий размерный ряд. Успейте приобрести свою шубку по выгодным ценам. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Выставка в ГЦК «Победа» с 1 по 21 августа. Суббота, 6 августа, в Черногорске солнечно. Днем плюс 22, ночью плюс 9 градусов. В Саиногорске также ясно. Температура днем составит 23 градуса тепла, плюс 9 к вечеру. В Сорске подобная метеокартина. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью плюс 6. В Абазе ясно, плюс 24 в светлое время суток и 7 градусов тепла ночью. В Абакане солнечно, днем 22 градуса со знаком плюс, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный, атмосферное давление повышенное, составит 743 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды. Всего вам самого доброго!